Эта песня была сейчас исполнена еще и по просьбе другого Андрея. Андрея, да, он меня попросил. Моя жена очень много отработала проводницей. И, в общем, у нее недавно был день рождения, так что, Лена, это для вас. Спасибо. Вот. И тут еще есть один такой момент. После прошлого концерта я был у Андрея в гостях и спел ему половинку песни. То есть у меня 2 года назад появилась полпесни под названием «Стюардесса». Вот. Я придумал 2 куплета, припев, а дальше вот она как-то встала и не знаю, что там, прошу дальше петь. Ну и вот так Андрей говорит: слушай, у меня вот есть такая вот штука, полпесни, я ему спел, он говорит, а это, говорит, прям про нас с женой. И у меня сразу появилась, как бы сказать, тема для окончания песни. Так что, ребята, вам вот этой песней, опять же, вернее, ее появлением, вам обязан. Песня называется «Стюардесса», премьера. Тоже наша прогалка. Я по тропу поднимался, как всегда. У меня в кабине место есть свое. А в тот день у нас был рейс на Краснодар. А у входа я увидел вдруг ее. Молодая стюардесса в первый раз с нами в рейсе как-то раньше не встречал. Долбанул по мне дуплет прекрасный глаз. Я споткнулся и чуть с трапа не упал. А она лимончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардесса, прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан, только чего не понял сам. Молодые стюардессы, сколько раз вы смущали красотой своей, и вдруг что-то ёкало опять внутри у нас, заставляя учащаться сердце стук. И запомнился мне давний тот полет тем, что думал я тогда весь рейс о том, что, конечно, первым делом самолет. Но девчонка обязательно потом. А она лимончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардесса, прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан, только отчего не понял сам.